Привет, друзья! С вами Галина Пчелка, и сегодня опять будем собирать такую цветочно-ягодную композицию. Я в одном из видео делала ежевику, наверное, вы помните. Если вам будет интересно, оставлю под видео ссылку. И тоже земляничка, вот такая аппетитная, красивая земляничка. И это все мы будем оформлять в такую небольшую кружечку. Там я на дне поставила утяжелитель, пенополистирол и сверху закрыла гофрированной бумагой. А сейчас будем оформлять. Чтобы вам не было скучно, я включаю хорошую музыку и без слов начинаю. Друзья, вот такая наша композиция. Я, конечно, эти блестки не люблю, но, к сожалению, других ромашек у меня не было. Надеюсь, вам понравилась эта композиция и понравилось время, проведенное вместе. Очень ценю вас, ценю ваши комментарии. Пишите, что можно было бы добавить в эту композицию или наоборот. Рада была опять повидаться с вами. Люблю! Ваша Галина Пчелка. Пока!